Многие об этом не знают, я говорил о пенсионном обеспечении, но мы часто говорим о том, что абхазская пенсия не выросла и так далее. Возможно, это и наша вина, что мы не смогли вас, широкую общественность, проинформировать, но все те, кто не получают пенсию иностранного государства, в первую очередь имею в виду российскую пенсию, благодаря усилиям руководства Абхазии, пенсия в 500 рублей для этой категории пенсионеров выросла в 3 раза и сегодня составляет 1500 рублей. Понятное дело, эти деньги, к сожалению, не могут покрыть всех потребностей человека, наших граждан. Но я уверен, что взят курс правильный. В последнее время мы слышим, что вот нас вспоминают раз в 5 лет. Но я с этим тезисом абсолютно не согласен. Пользуюсь возможностью и случаем, Раев Жумгач, а здесь находятся в том числе избиратели Гумистинского округа, я просто, что называется, хочу по памяти сказать вам огромное спасибо за некоторые проекты. Это водопровод в селе Яштуха Сухумского района. Несколько десятков лет огромное село было лишено возможности пользоваться водопроводом. Эта проблема сегодня решена. Строится асфальтовая дорога в селе Каманы. Она соединит несколько сел. Это Гума, Яштуха и непосредственно городскую зону, примыкающую к Виему. Это Яштухская школа, нижняя, номер 2. Благодаря поддержке президента нам удалось отремонтировать кровлю, а это несколько миллионов рублей. Нам удалось решить вопросы, связанные с водопроводом, именно по улице Дзидзаря. Улица Дзидзаря тоже отремонтирована. Трансформаторы, столбы, электропроводки. Это к вопросу о том, что нас эти 5 лет не вспоминали, и мы нужны только к очередным выборам.